Его надо лопнуть. А, он не лопается? Цыпленок! Серьезно? Если я вытащу, то что-то случится. А! А! И оно, правда, из него что-то может вырасти, да? Ладно, я попробую. Сейчас посмотрим, что там внутри. У меня аж комок в горле встал. Я не знаю, выдерживаете ли вы этот челлендж со мной. Вот такую вот коробочку фламинго очень прикольную, в которую можно, например, канцелярию ставить. Что с этой кошкой не так, скажите мне? Это что, яйца? Серьезно? Привет, ребята, я Энни Мэджик, со мной тут моя киска Алиска и еще песики. Вы их еще увидите. Просто мне некуда даже сесть в этой комнате. Погодите. Потому что вся моя совсем не маленькая комната занята пакетами и гигантскими коробками, вот там еще три штуки, с подарками с фан-встреч наших. Вот такие две огромные, еще вот там коробки, и вот там, вот тут, это все коробки, полностью наполненные подарками. Вот там Миша с Софией легли поспать. Я обещала распаковать подарки с фан-встреч в Москве, и я это сделаю сегодня вместе с вами. У меня есть кое-какие моменты, которые я сразу хочу предупредить. Например, если это будут лизуны и слаймы в подарке, то они пойдут в отдельную коробочку и будут уже в ролике на канале. Алиса прыгнула в коробочку вот туда. Короче, они будут на канале Magic Pets. Такого количества подарков мне еще никогда не дарили. Здесь 25 гигантских коробок. Письма мы, конечно же, обязательно прочитаем. Все рисуночки посмотрим, сложим нашу коллекцию. Но, скорее всего, я не успею их показать, потому что хочется показать хотя бы часть подарков. Ставьте лайк, если вы любите распаковочки. И, конечно же, не забывайте подписываться на наш канал, чтобы не пропускать наши самые эпичные видео. Для начала я, наверное, достану все пакеты из коробок, чтобы освободить хоть немножко места. И, как вы знаете, меня долго не было дома, потому что я устраивала встречи. Я ездила в том числе в Сочи в лагерь «Звучи». И только вот сейчас вернулась домой, и на моем канале Animagic вышло безумно важное видео. В общем, потом сходите, посмотрите на все каналы новые ролики. Кстати, как вы заметили, я немножко изменилась. Это не парик, да? И если вы не знаете об этом, значит, вы не следите за нашими инстаграмами. Обязательно на них подписывайтесь, потому что я там рассказываю, где какая встреча дальше будет, куда я езжу, что мы делаем и так далее. Я предлагаю начать вот с этого вот огромного пакета. Я просто его увидела, и он занимает очень много места. Посмотрите, какой он огромный. Сейчас начнем распаковывать. Я не знаю просто, как вы на это способны, ну, хотя вы же мэджики, как и я. Я вас очень люблю и знаю, что вы также любите меня, потому что мы семья. Поэтому я постараюсь из каждого подарка хотя бы что-то показать, чтобы поблагодарить. Вот, кстати, погодите, по поводу мягких игрушек. Смотрите, какого монстрика салатового мне подарили. Да, смотрите, это такой воздушный шар, что ли, внутри, или что-то такое. Он такой прикольный. И еще из мягких игрушек, которые повываливались, были вот такие вот медвежатки, медвежаточки, вот такая пёсель, собака, и вот такая вот большая Китя красивая. Еще вот такая вот классная очень подушка, как будто с разводами такими, космическая, очень прикольная. Короче, я разобрала этот гигантский пакет, потому что он оказался сборной солянкой, в которую попало очень много других подарков. Вот такой вот огромный чупа-чупс. Смотрите, какой большой чупик. А еще от Ксюши, которая приехала аж из Костромы, вот такие вот очень классные книжечки. Смотрите, какие они красивые, вообще прям такие классные, милые. Еще в этом пакете была вот такая большая шоколадка, спасибо. И благодаря тому, что в этом пакете было много всего разного и большая часть не подписана, я как раз вам покажу, как я буду распределять. Подарков очень много, чтобы в них не запутаться. Вот в эту коробку я буду складывать всякую собачью, кошачью еду, вкусняшки. Вот в эту коробку игрушки, а вот это вот будет огромная антистресс-коробка, куда я буду складывать слаймы и все, что присылают для канала Magic Pets. Смотрите, вот очень часто слаймы растекаются вот так, и я уже несколько пакетов просто выбросила, где слайм растекся и испортил все. Еще в этом пакете валялись вот такие вот прикольные японские вкусняшки и целый набор разных классных стикеров. Вау, это же просто магия! Смотрите, какие они прикольные. Вика Уварова из этого пакета целая папка распечаток, просто фоток. Спасибо большое. И вот такая вот шоколадочка.
И антистрессики для Magic Pets. Жарко было, поэтому шоколадки все, большинство шоколадок просто растаяло. Посмотрите на кису Алису, что она творит. Она там лазит в подарках. Предлагаю распаковать вот эту вот огромную коробку от Макаровой Вари, которая приехала тоже из другого города, город Тула. Кстати, из желтого пакетика еще вывалилась, я не показала, вот такая вот очень классная сумка с фламинго. Она на замочке была, а внутри Алиса там просто развлекается, прыгает в коробках. Рамочка Family с нашими фотографиями, которую можно будет куда-нибудь поставить. Спасибо. Вот такой вот бегемотик. Помните, мы в прошлый раз с вами считали, кому больше подарят подарков, мне или питомцам. В этот раз тоже можно считать, я буду разделять их. В основном подарки для канала Magic Pets, тетрадочки для школы, вот такие вот антистрессики самодельные. Целая куча просто рисунков. Монстр-липучка, кто знает, тот поймет. Вот такая вот коробочка, в которой два вкусных пряничка. Софиша, видимо, их очень хочет. Еще всякие DIY-ки прикольные. И коробочка для меня, в которой лежат такой вот брелочек-рюкзачок с фламинго из пайеток. Очень прикольненький, классный, спасибо. Бальзам для губ, камешек, еще брелочек. Фоторамочка такая голубенькая. Конечно же, в той суете, которая там происходит, невозможно идеальными сохранить подарки. Что-то портится, что-то тает, лизуны вытекают, какие-то вещи выпадают очень много. Ну, потому что вы помните, как это все происходит эпично. Кто-то подарил космос между нами и таблетки. Офиген! Мощное средство для достижения любых целей не является, конечно же, лекарством. Это 8 жевательных дрожжей. Будем жевать. В коллекцию моей няшной канцелярии вот такая ручка с пушком-единорогом. Вот такая вот ручечка с зайчиком. И вот такой вот прикольный блокнот. И он становится просто блестящим. А, как прикольно, что там рисунок. Такой вот блокнот мне именно в первый раз дарят. А Софиша хочет вкусняшки найти. Я извиняюсь, если будет темно или наоборот засвет и пересветы, потому что я не могу поставить свет, мне просто некуда это сделать. От Лизы Акулиной. О, а внутри Басик. Это коробка из-под Басика. Он там даже закреплен, я не могу его достать, достану потом. Смотрите, какой котик. Смотри, Алис, это Басик. Тебе не кажется, что он на тебя похож, нет? Понятно. Мэджику Варе из Москвы, спасибо за вот такой вот пенал с покемоном и брелочек в коллекцию покемонов. А Виталина подарила вот такую вот прикольную массажечку серебряную и масочки. Кстати, по поводу масочек, мне подарили еще вот такую масочку и вот такую вот очень прикольную с мороженкой. Спасибо большое, вот они мне точно пригодятся. Опять не подписанный никак пакет, ни внутри, ни снаружи. Я поискала, в общем, покемошка для Юмичу. Где Юмичу? И еще для меня очень прикольный кошелек. I do not care с пончиками. Весь такой яркий, цветной, таких нежных тонов. Очень классно. Блокнотик, все будет мур-мур. И значочки вот такие вот прикольные. Ну что ж вы, ребята, не подписывайте пакеты. Вот такой вот пакет, который я схватила просто первым попавшимся. Там вот такие классные блокноты с тетрадками. Мяу. Хакс, let's stay friends. Даже киска Алиска пришла посмотреть на мисочки. Да. Ты думаешь, там будет кушать ням-ням, да? Две вот с кошечками и две вот такие с лапками. В общем, 5 мисок, как положено. Это, видимо, Эйвен, твоя мисочка. Что? Что? Ты увидела миску и кушать теперь хочешь, да? Короче, ребят, я знаю, что вы меня понимаете, я вас понимаю, и мы это не раз уже обсуждали, что если будет очень много вкусняшек, лакомств, кормов, игрушек и много других вещей для питомцев, то вы знаете, что часть из них я все-таки отбираю отдельно в коробке и потом вожу в приюты, а не оставляю себе. Спасибо огромное вам не только за подарки мне и моим питомцам, но и за заботу о других животных, у которых в жизни все не так сложилось. Это подарок от Лизы. Вот такой вот красивый пакетик. Видимо, огонь горит внутри меня. У нас здесь становится безумно душно и жарко. И
вот мои кудряшки, несмотря на выпрямление, начинают возвращаться. Смотрите, а, как классно, такой хорошенький. Magic Pets, вот такой слайм, он будет у них. Прищепочки классненькие с фламинго. Еще няшная канцелярия и даже вот такая вот лампочка, точилка прикольная розовая. Шарик воздушный, на котором написано, что его надо лопнуть. Да блин! А, он не лопается? А, фу, не так уж все и плохо. Даже никто не испугался, кроме меня. Оттуда должен был вылететь дождик бумажный. Подарочек, вот такой пакетик. Письмо от Насти. И вот такая вот сумочка на пояс. Такой у нее прикольный цвет, спасибо, буду пользоваться. И еще вот здесь в пакетике целая кучка слаймов. Конвертик, на котором написано «На приют». Настя из Москвы, я эти деньги сложу в нашу копилку и обязательно отвезу. Подарок от Голиковой Арины. Здесь вот такой вот еще покемошечка один. Свечка со вкусом «Морской бриз». Объемные декоративные наклеечки, спасибо. Подарок от Таси, вот такой вот мешочек. Там вот такая вот большая игрушка для песиков. Для более крупных песиков, не для моих явно. Вот такая игрушечка для киски Алиски. И лакомство для пёселей. Спасибо большое, Тася. Нашла пакетик неподписанный, а в нем вот такая вот классная кружечка с фламинго беленькая. Это идет в мои подарочки. Да, Софиша. Мне кажется, у ребят пока что меньше, чем у меня. Пакетик от Маши и Саиды. Как раз только сказала про песиков, и тут лакомство. Игрушка вот такая вот для киски Алиски. Куча сладостей для меня. Спасибо. Вот такой вот красочный пакет. Снаружи нигде не написано пока от кого. Надеюсь, внутри будет написано. Я не развяжу, ребят, я же Мэджик. Мне надо это обрезать, простите. Красивая, нарядная корзиночка тут с цветочками всякими. Полина, приветик. Какой классный брелок. Брелочек, кошелек, собачка, такой миленький, прикольный. Но что странно, в этом же пакете вот такая вот классный стакан для того, чтобы брать с собой чаечек или коктейльчики, но на нем написано от Алины. С фламинго, кстати. Видите? В одном пакете два письма от Нины и Софии. И здесь вот такие подарочки. Кружечка «Тайная жизнь домашних животных». Ну да, логично. В ней вкусняшечки лежат. Цыпленок! Серьезно, цыпленок, цыпленочек. Ну ладно, ребят, я шучу. Это заводной цыпленок, и он вот так вот должен прыгать. Я до сих пор радуюсь вот таким вот в жизни вещам, да. Пока снаружи не написано от кого, но тут очень классные подарки. Вот такой вот скетчбук, песик. Серебристый блокнотик, радужный. Видно ли вам, не знаю. Травяной чай северный. Но смотрите, в какой классной упаковке. Кружечка вот такая вот, как кофе пить. Я думаю, что она сделана из экологичных материалов, судя по ее внешнему виду. Еще тут, о, господи, такой вот кошелечек. Мишка желтенький, резиновенький. И еще в этом пакете вот такой вот набор смайликов. Две шоколадки, к сожалению, растаяли. Письмо, ее зовут Вика, девочку. Косметика сода. Это бальзам для губ. Кстати, знаете, чья это косметика? И вот такие вот штучки. Да, все фиш. От Полины два слаймика. Короче, вы знаете, где будет обзор этой огромной антистресс-коробки. Очень милый подарочек от Мэджика, моей тезки Анюты. Вот такой вот блокнотик фламинго. Закладочки магнитные, вот такие вот миленькие. Шарик для киски Алиски. У нас уже такой был, она его разодрала. Греется тут на солнышке на диване. Наконец-то вылезла из пакетов. Давайте возьмем вот этот вот пакетик. В этом пакетике вот такой вот рисунок нашей Паки, Мошки, Юмичу. Мне кажется, очень похоже. И на нем написано «Краева Маша». Я, по-честному, не собиралась показывать все рисунки, чтобы не затягивать время. То есть на рисунке написано имя, поэтому я, в принципе, его показала. Ну и он очень классный. Вот такой вот песик. Песик для песиков. Целый пакетик мармелада для меня. И я так понимаю, это мыло в виде тортика и бомбочки для ванны в виде пироженки. Так, вот таких вот. И вот такой бальзамчик для губ в виде котика. Спасибо большое. Коробочки... Песиков пополняются вот такими вот
лакомствами безымянными и вот такой вот красной мышей в игрушке. А вот этот пакетик с пироженками, на нем написано от Ирины Матеенковой и Ксюши Угандеевой. Надеюсь, я правильно прочитала. Офигенский брелок фламинго со стразами. Вот такую вот собачку. Еще один брелочек вот такой золотой с кошечкой. Судя по письмам и рисункам из вот этого вот синего пакета, он от Юлианны Поповой. Я надеюсь, это не ошибка. Там вот такая вот игрушка для киски Алиски. Которая... спи, да, Алиска? Какая вот фигурка кошечки еще там керамическая. Вот в этом пакетике от Даши Кульяновой блокнотик фламинго и вот такой вот коробка, как будто из-под бургера, на которой написано «Энн Заяц Handmade». А там вот такая вот бумажка какая-то, и в ней еще визиточка вот такая, а в бумажке лежит что-то такое... Так, я не совсем понимаю, что это. Но из него можно что-то доставать. Ой, я не поняла. Блин, это сумочка, такая сеточка, с которой можно ходить в магазин, чтобы не покупать пакетики. Мы же за экологичность с вами. Мы ходим в магазин со специальными сумочками, которые можно использовать много раз. Вот такой пакетик от мальчика по имени Андрей. Спасибо тебе большое. В нем, ой. Всякие сладости для меня, особенно вот это клево, мини-орео. Я, если честно, никогда не пробовала печеньки вот именно в такой коробочке. И игрушечки, вот такие колесики для собак, колечки. Вот такая прикольная ручечка. Софиш, смотри. Смотри. Откуда это вывалилось, не знаю. Откуда вот такая вот странная жвачечка, типа Juicy Fruit, но написано «Shock Pull Here Chewing Gum». Типа, если я вытащу, то что-то случится. Она током бьется, эта жвачка. Блин, жесть. Ну, конечно, если что-то бьется током, то Animagic должна еще раз это попробовать. Короче, это пранк, да? Тот, кто это мне подарил, спасибо большое. Мэджик заценит твой юмор. Надо над кем-нибудь прикольнуться. Алена, спасибо за вот такую вот очень классную игрушку для песиков. Коробочки питомцев потихоньку пополняются, но самая, по-моему, со слаймами заполненная. Я нашла тебе еще одну игрушку, которая, видимо, выпала из чего-то пакета. Очень жарко, ребят, становится, и у меня уже силы на исходе. В общем, вот такие подарки, как от Геты. По большей части я не показываю, а оставляю для канала Magic Pets, потому что тут вот, например, очень много слаймов, лизунов, но в них иногда бывают милые мелочи, которые хочется показать вам здесь. Просто вот очень красивые макарончики, но, к сожалению, наверное, с ними что-то случилось. Чуть не упало. Очень вкусные, спасибо. И там же был вот такой вот просто безумно красивый брелок, такой тяжелый, прям весь из стразиков, такой пупсик. Мне кажется, это такая милота, ну как это не показать? А вот эту штуку... Она выпала из какого-то пакета. Magic Gym сейчас попробую сыграть. Ксении Тимченко. Было вот такое классное сердечко, прикольное из пайеток, брелочек. Магнитик Magic Family. Еще один покемон в коллекцию покемонов. А вот в такой милой коробочке от Ксюши, кроме Юмичу, времени приключений и мячиков, вот такая штука, написано «Flamingo Growing Pet». И оно, правда, из него что-то может вырасти, да, вот из этого розового яичка? Ладно, я попробую. Из подарочка от Светы Григорян очень мне прям понравились, зацепили вот такой вот клык или зуб, или что это такое. Вот такой вот как бы кубик, и он прокручивается. На нем вот такой значок. Может, вы знаете, что это такое, или это просто антистресс, и ничего больше делать с ним не надо. Небольшой, но очень миленький подарочек от Алисы Зайковой. Вот такой блокнотик, и самое главное, денежка на приют. Я обязательно ее передам, не переживай, спасибо. На такой красивой бумажечке два брелочка, сам пакетик в пончиках весь, и там какая-то коробочка, ух ты, от Кати Олейниковой. Смотрите, какой классный, милый наборчик, ручка и блокнотик. Причем блокнотик, похоже, какой-то кожаный или джинсовый. Так жалко распаковывать, спасибо. Это пакет от Беридзе Марьяны. Офигеть, вот такая вот сумка фламинго. Смотрите, на цепочечке. Вкусняшечки, Софиш, смотри, для собак. Софишу там, скорее всего, засветило, потому что у нас солнце, оно туда-сюда ходит, я ничего не могу с этим поделать. Мячик вот такой вот.
Еще один мячик. У меня уже спина болит. Мы уже несколько часов распаковываемся. Раз уж тема зашла за фламинго, я вот нашла такой еще пакетик с фламинго. Фламинго набор для украшения подарка. Прикольно, вот так он должен типа выглядеть. Мешочек, рюкзачок. Носить такой рюкзачок на спину, знаете, такие маленькие. Для обуви, например, или что-нибудь. Можно с собачками, когда хожу гулять, что-нибудь брать в него с собой. Спасибо огромное. Коробочка с, ой, с конфетками. Тут большое письмо и написано прочитать на видео, но, ребят, вы понимаете, да, что прочитать на видео нереально. Это Ника. Спасибо тебе большое, Ника. Вот такой вот лак для ногтей с блесками. В желтом пакетике. Спасибо большое, Ира, тебе за книгу «Коты-воители». Стань диким. Кстати, расскажите, ребят, вы читали эту книгу и вообще, что вы сейчас читаете? Потому что я очень в последнее время увлеклась именно чтением всякой художественной литературы. Посмотрите на этого уставшего кота-монстра, который спит вся в подарках. А тем временем вот в таком черном пакетике Олеся дарит нам разные вкусняшки, вот такую вот игруху, да? Покемон у нас любит такие игрушки. Мыло, как я поняла, для меня. И слаймик для канала Magic Pets. Смотрите, ребят. Видите, Эйвен лежит. Помните, я рассказывала, что он никогда не лежит просто так на полу. Он лежит всегда на чем-то, даже если оно очень маленькое, включая мой носок. И вот сейчас Ивасик лежит на кепочке, которую кто-то потерял на фан-встрече, и я обещала эту кепочку передать, но так и не нашелся человек, чья это кепка, в итоге она осталась у меня, и вот сейчас она приехала с подарками, и вот Эйвен устроился вот именно на ней, вот даже несмотря на то, что она такая маленькая. В пакетике Pet Shop от двух Маш. Вот такая большая упаковка вкусняшек для собак. Софиша уже ее почувствовала. И вот такая вот классная очень толстовочка. Pet friendly. Кто знает, что означает эта фраза pet friendly? Напишите в комментариях, потому что в скором времени я вам кое-что об этом расскажу. Я его разобрала, и в нем было очень много разных безымянных подарков, писем, рисунков от разных людей. Видимо, это такой вот сборная солянка. Не могу сказать, что от кого, но покажу. А еще была вот такая вот огромная коробка. Как я поняла по письму, это коробка от Насти. И вот, например, конвертик номер один. В нем у нас игрушки для киски Алиски. Посмотрите на нее. Конвертики номер два. Набор самых разных мячиков. Ребят, я уже говорила вам, может, вы ни в каком-то видео не смотрели. Вот эти мячики нельзя давать собакам, потому что они их разгрызают на мелкие кусочки и могут просто проглотить, и это будет не очень хорошо. Это закончится очень плохо, поэтому не давайте лучше собакам своим вот такие вот мячики. В конвертике номер три вот такая вот игрушка. Крокодильчик. Это конвертик номер 4. Там лакомство для кошек. В очень большом конверте номер 5 были вкусняшки для песиков. Короче, это такой типа небольшой нам челлендж. А в шестом конвертике была игрушечка для кошек с хвостиками. Кстати, у меня не только киска Алиска ими играет, еще собаки очень любят ими играть. Неужели наша кошка решила все-таки слезть с дивана? Кстати, мне вот подарили такой Magic медальон, только с месяцем. У меня такой есть, и если у меня его нет в видео, это не значит, что я его потеряла. Он у меня либо где-то рядом, либо вообще в кармашечке. Но на всех встречах я была с Magic медальоном, теперь у меня есть еще один. И все мэджики носят такие медальоны, я так этому рада, блин, спасибо большое. Носочки фламинго. Ой, это так мило. У меня сейчас есть рубрика Magic носки. Я надеваю все время какие-нибудь носки, подстайл. Я, кстати, вот сегодня, так как у меня вот такая вот рокерская Born to Rock футболка с гитарой, такие же штаны. Носочки полностью черные, у них такие вот красные эти крестики. Еще в том пакете были вот такие вот наклеечки всякие фламинго стайл. Блокнотик фламинго стайл, вот такой вот с резиночкой классный. Тетрадочка с единорогами. Может, кто-то даже узнает сейчас свои подарки. Так что спасибо вам большое за то, что вы мне подарили их. Вот такой еще один небольшой блокнотик фламинго. Вот такая вот металлическая коробочка с фламинго. Я такие использую для наушников или, знаете, такие круглые ваточки. И вот эта смешная игруха идет у нас в игрушки. Что это? Киса, Алиса, ты зачем залезла в коробку с едой всякой, а?
Трактор, вылазь давай! Я подстерегаю ее, она не видит, думает, что я в эту сторону снимаю, а я в ее сторону снимаю. Ага. От Миши шалуха, и на нем написано, что для Эйвона и кисы Алисы. Вот эти вот игрушки для киски Алиски, а вот этот мячик именно для Эйвона. То есть мальчик подарил подарок киске Алиске и Эйвону только. Вот такая вот книжечка от Сони. Путь домой, спасибо большое. Не забывайте писать мне, какие книжки вы читаете. И я попробую сейчас двигаться немножко быстрее. В коробку со слаймами целый мешок и еще всяких вот таких вот слаймов от Риты. Спасибо. Тут вот такая вот коробочка, на ней ничего не написано, от кого это. Сейчас посмотрим, что там внутри. Простите, ребят. Игрушечная ящерица. Я испугалась, что она живая. В общем, можно пранки устраивать. И вот такой вот мыльце-медвежоночек. Коробка с надписью Magic. От Лены Гвоздевой написано. Шоколадочка вкусненькая. Это, видимо, арома-набор. Там вот такая баночка, видите? Вот такие масла и свечечки. И, конечно же, письмо. Я Лену Гвоздеву знаю. Привет, Лен. Ребята, мне сейчас понадобится ваша помощь. Вот в этом пакетике от девочки с канала Star Magic, кроме подарков для Magic Pets для их канала, есть вот такая вот штука в виде панды. Она вот здесь вот с дырочками. Похоже на, по форме на ногу или на руку. Вот здесь вот как бы можно руку засунуть. Я не знаю. Внутри лежит вот такой вот другой пакет, то ли с гелем, то ли с водой. И он как бы там. Я не знаю, что это такое, и мне нужна ваша помощь. Может, вы в курсе, что это и как это использовать? Спасибо. Мэджику по имени Лера, спасибо большое за вот такие вот игрушечки для песиков и за добавление в коллекцию слаймов. Смотрите, я нашла вот такую очень красивую коробку с таким красивым рисунком самодельным. То есть он сам нарисовали его сами. Все, у меня уже речь не работает. Очень классная кружечка. И самый прикол, вот такие вот прянички, печенюшечки в виде звездочек, блюдечко такое, мне кажется, самодельное, в виде котика, ложечка сосать, облепиха, корица, сосальная ложечка, фотоальбом. И самый прикол в том, что эта коробка тоже от Лены Гвоздевой. Лена, спасибо, ты меня задарила подарками. В таком вот пакетики, бедный, весь разодранный, кто-то его порвал. Я Суша Светлана, привет. Она живет в городе Гаджиево, представляете, она приехала откуда? Софиша уже пытается своровать утку, в общем, тут вот такие вот классненькие игрушки для собак. Такой прикольный вообще лайкер. Вот такой вот белочка для Юми, хотя для Юми, наверное, надо уточку, потому что Юми уток собирает, но Софи пытается отобрать. И вот такая вот кошачья игрушка для киски Алиски. Короче, это пакет с игрушками. Отпусти, отпусти. Смотри, какой пакетик. Пакетик от Насти, вот такой вот только для тебя. Написано, что это подставка под горячее, вот такая керамическая досочка с фламинго. Прикол, ребят. А еще из потерявшихся подарков, не от Насти, не из этого пакета, я нашла вот такое мыло, как я понимаю, в виде пироженки, да, Софиш? Вот такой блокнотик с единорогом, вот такой вот очень классный ошейничек. Мне кажется, киске Алиске подойдет. Которая сидит с таким лицом, типа, чё? И вот такая вот ручка переливающаяся. Смотрите, как прикольно это выглядит. Я уже насквозь мокрая, ребят. Но, с одной стороны, это грустно, с другой стороны, может быть, даже хорошо. Благодаря тому, что очень много подарков либо на канал Magic Pets чисто туда, либо только лакомства, или только сладости для меня, или только игрушки для питомцев, и они не подписаны, что грустно. Но, как я сказала, с другой стороны, радостно, что мы быстрее как-то это все пытаемся делать. Смотри, смотри, это игрушка для тебя, да. Кто подарил вот эту красоту, не знаю, но спасибо. А вы знаете, кто это такой? Напишите в комментариях, если знаете. Вот в таком вот нарядном пакетике с кактусами от Тани. Вот такая вот очень классная голубая зверуха-игруха, прикольная для песиков. Еще одна очень стильнючая игрушка. Вообще игрушки прям подобраны очень классные все. Вот такая вот винтушка с канатиком. Еще игрушечка для песиков. Мячики для Эйвона, 3 штуки. Мэджики меня научили. Это попсакет для телефона.
такой прикольненький, там то ли вода, то ли что-то с блестками. Я сейчас вдруг засомневалась, попсакет же это называется, да? Подарки без имени, очень прикольная штучка, вот такая бутылочка, но самый прикол в том, что у нее трубочка вот так... Ой, сейчас... Чпок! И вылазит так... Вы скажите, когда вам уже надоело? Чпок! Ладно. Смотрите, какая красивая коробочка радужными облачками. Вот такой вот Лёвушка, игрушечка, я так понимаю, собачья или все-таки это брелочек какой-то? Кошачья игрушка. А, палочка, только коротенькая такая. Смотрите, как классно то, что она вместилась в эту коробку. Обычно они вечно выпадают и теряются. Для кисы Алисы. Косточка вот такая вот, игрушка для песиков, еще мячик вот такой вот, кстати, надо его сразу попробовать. Я типа хотела в коробочку попасть, ну ладно. Игрушка, я думала сквиши, попала. Слаймик и шоколадочка, и все это от моей тезки Ани Суходуловой, которая мой мэджик с 200к подписчиков. У меня аж комок в горле стал. Спасибо. Марине. Фиолетовый пакетик, ты узнала, да? Спасибо большое за ведро костей. Это прям по-мэджиковски. Ведро костей! Ну, на самом деле, как вы поняли, это мармелад такой. Здесь еще вот такая очень классная игруха-лягуха для собак. И прикольная... Можно я покажу? Канцелярия такая с собачками. Очень классная ручка и стерка. Спасибо большое моей тезке Ане за вот этот вот... Блокнот пушистый, мягкий, нежный, с ламой. Покемоны! Вкусняшки, сладости человечества. Что произошло? Киса Алиса? Я так и знала. Я не знаю, выдерживаете ли вы этот челлендж со мной. Я не знаю, сколько длится это видео. Напишите, сколько уже минут вы смотрите. Вот такое вот прикольное кружень. Стеклянная, чтобы пить через трубочку, например, лимонадик. А вот сейчас бы мне лимонадика холодненького, да. Мячик, канатик. Да, ребят, мы продолжаем наш челлендж. Пока вы спали, я тут половину уже распаковала. Лакомство для пупсиков. Позитивный блокнот. И все это от Эмилии. Спасибо. Сейчас 8 часов вечера, а мы начали где-то в 12. То есть я уже 8 часов распаковываю подарки. Это больше, даже чуть больше, чем я стояла на фан-встрече и раздавала автографы. Это реально можно челлендж назвать 24 часа распаковываю подарки, потому что у нас еще есть. Посмотрите, даже киса Алиса просто такая в пакет уже легла. Все, я в пакете, меня не трогать. Я нашла вот такую вот рамочку, красивенькую, сердечко зелененькое. И вот такой вот брелочек очень прикольный, такая типа ленточка. И пчелка. Пакет от Бочковой Софии с вот таким вот красивым единорогом в нем. Кошелечек-арбузик, да, Софиш, кошелечек-арбузик. Кто знает, что это, какой мультик, я забыла, у меня уже ничего не работает голова. Сумочка тоже, косметичечка с мороженкой, очень прикольная такая, да, классная, ребят, вам тоже нравится. Брелок силиконовый, причем с ушками, фламинго, еще есть сумочка, портфельчик, то есть что-нибудь класть туда можно и подвесить. Очень прикольная штука. Вот такой вот мяч, игруха, да, он светится. Эйвен пытается его в целую посеять. Эйвен, у тебя не получится это сделать. Что, не получается, Ивась, да? Не получается взять его в рот? А, я не могу, капец. Простите, ребят, над животными своими смеяться нельзя, но это очень смешно. Эйвен не может взять его в рот никак. Он слишком большой и скользкий. Спасибо Соне за вот такие вкусняшечки для моих котиков и песиков и вот такую вот коробочку фламинго очень прикольную. В которую можно, например, канцелярию ставить. Господи, что с этой кошкой не так, скажите мне? Алиса застряла в пакете. Да подожди. Господи, кошка бешеная. Пупсиков даже выпускала на прогулку несколько раз, они уже ходили гулять, а я нет. Многие наверняка заметили среди всех подарков вот такую вот гигантскую коробку Magic Pets. Что происходит? От Осташкиной Лизы и Ремез Насти. Надеюсь, правильно сказала. Давайте откроем ее. Кроме письма, тут еще вот такой вот антистрессик. Леденец в виде звездочки большой. Вейер. Вот такая коробочка прикольненькая. В ней значок вот такой.
печенюшечка, колечко. Да, Софиш, еще кое-что на канал Magic Pets. И покемон! Снова покемон, еще один! Вот такая вот классная кружечка фиолетовая. Я так понимаю, она тоже из эко-материала для того, чтобы кофеек из нее пить. Magic, посмотрите на цвета. Вот такая классная косичка. Эй, нет! Беленькая, которую можно для и чего-нибудь для съемок использовать. Не надо ее есть, ребята, нет! Знаете, что это за зверь, как он называется? И это что, яйца? Серьезно, яйца? Это свечки в виде яиц в такой штучке, как будто это яйца. Да, Мишанька. Реально, я в шоке, но это впервые в истории нашего канала. Я такого еще точно никогда в жизни не видела, и уж вы, я думаю, тоже. Полная, целая, гигантская коробка с вкусняшками для собак и кошек. Ее даже просто-напросто не поднять. Она огромная. Еще одна полностью заполненная огромная коробка с самыми разными игрушками для питомцев. Она тоже полная, реально. В шоке от целой, полной, неподъемной, огромной коробки слаймов. Несколько коробок с подарками, сувенирами. Собачья коробка с собачьими вещами. И целая коробка сладостей, огромная тоже, посмотрите, сладости вперед просто на несколько лет. Я практически 10 часов распаковываю подарки, у меня уже болит все, у меня нет никаких сил дальше. Я прошу прощения, кого я не распаковала, кого не показала. В общем, я старалась всеми силами, но мне уже реально плохо становится. Меня уже поташнивает, у нас здесь нечем просто дышать, потому что завал вот такой вот в комнате. И еще осталось вот столько подарков. Спасибо вам гигантское за ваши подарки, за все то, что вы делаете для меня. Я стараюсь делать все самое лучшее для вас. Переходите по ссылкам на новые ролики на других каналах и увидимся скоро в новых видео. Мне реально вот нехорошо уже. Прошу прощения. Прям все. Я не могу. Я сейчас упаду. Все. Пока.